сегодня отмечают те, кто считает себя добровольным дарителем добра. Юг Сибири тоже приготовил немало добрых дел к Новому году. Не пропустите. Здравствуйте, меня зовут Валерия Остроумова. Открываем час новостей нашего региона. Я приду завтра, опять будет народу здесь, целая куча. Битва будет на жизнь и на смерть. В Абаканской поликлинике диабетики расхватали льготный препарат. Утром он закончился. Вчера Минздрав уверял, хватит на всех. Включили только те дома, которые у нас сейчас еще под вопросом. Мэрия Абакана выбирает дворы для ремонта в следующем году. Олеся Булах подсчитала, денег будет меньше. Они подсыпаны, поэтому абсолютно безопасны, если смотреть под ноги. Подтаяла, а потом замерзла. В столице наступает скользкая пора. Нотабена проверила тротуары. Хватило всего на 15 минут. Так описывают ситуацию с метформином те, кто с утра пришел в аптеку Абаканской поликлиники. Там утром внезапно закончился препарат для больных с сахарным диабетом. Льготники его ждали с лета. Я приду завтра, опять будет народу здесь, целая куча. Битва будет на жизнь и на смерть. Скажите, метформин есть потребление? Накануне мы рассказывали об очереди, которая выстроилась в аптеку за льготным метформином. Его люди не могли получить несколько месяцев. Не было. Наши зрители рассказывают, что затемно стали выстраиваться в очередь в аптеку. Но препарат очень быстро закончился. Минздрав Хакасии сегодня еще раз подтвердил, что метформин поступил в республику в квартальном количестве. То есть хватит всем, кому задолжали. Утром его не было, потому что на складе идет распределение по аптечным пунктам. Уже сегодня вечером препарат поступил. Выдавать фармацевты будут его и завтра. В районы метформин тоже поступит, но позже по аптекам его развозит только одна служба доставки. Цены на уголь в Хакасии в 2018 году не вырастут. Госкомтарифэнерго сегодня предложила оставить их на уровне этого года. Так, тонна каменного угля не может республике стоить дороже 2248 рублей. Кубометр дров для районов должен продаваться не дороже 1000 рублей. Для городских жителей 1200. Такие цены и будут в новом году. Не изменится и предельная плата за техобслуживание автомобилей. Для легковых максимум 440 рублей. Все запланированные дворы в Хакасии отремонтировать не получится. Речь про федеральную программу, по которой жильцы многоэтажек могут привести в порядок свои придомовые территории. При этом почти бесплатно для себя. Большая часть денег из бюджета страны. Олеся Булах выяснила, к сроку сдачи успеют не все. Включили только те дома, которые у нас сейчас еще под вопросом. В процессе работы. В процессе работы. Это 10. Напомню, у нас с вами 39. Извините, я перебью, чтобы было. 39 у нас в плане. Дворы по программе комфортной городской среды мэрия ремонтирует с лета, когда появились подрядчики. До холодов успели сделать 29. Остальные необходимо сдать до 15 декабря. Абаканская общественная комиссия, которая занимается программой, знает о каждой недоделке. Вот и сегодня заседание плавно перенеслось в один из таких дворов на Мичурина 46. Больше всего вопросов у комиссии возникло по качеству ремонта именно этой дворовой территории. Но пока общественники заседали в первой половине дня, здесь побывали строители. Отремонтировали песочницу и качели. В республиканской столице результаты хорошие, потому что следят общественники за каждым объектом. Общие показатели на начало месяца чуть больше 80%. В числе лидеров, собственно, города. Черногорск полностью все выполнил. Саяногорск, Абакан какие-то детали заканчивает. А в числе проблемных городов я бы назвал Сорск, где несколько раз объявлялся аукцион на благоустройство, но подрядчик так и не нашелся. В следующем году с подрядчиками будет проще. Установку архитектурных форм и дорожные работы разделят. И тогда, уверены члены комиссии, привлечь исполнителей станет проще. А еще из нового подавать заявки на один двор смогут сразу несколько домов. Но абаканцы уже не успеют. Здесь прием заявок закрыт. Жители столицы хотят отремонтировать 108 дворов. У других муниципалитетов еще есть время. Там сроки другие. Но, скорее всего, не все желающие войдут в план 2018-го.
На ремонт дворов Хакасия из федерального бюджета в следующем году получит практически столько же, сколько и в этом году – 109 миллионов рублей. А вот бюджет республики даст значительно меньше – 10 вместо 16 миллионов. Общая разница в 7,5 миллионов рублей. Вовсе не говорит о том, что отремонтированных дворов станет меньше. Все станет ясно, когда Минфин распределит средства. Олеся Булах, Андрей Доржу, Денис Эмирбулатов. Новости, 7-й телеканал. Браконьеры из Тувы построили избу на территории Хакасского заповедника и охотились на кабаргу лисиц. Троих мужчин задержали инспекторы на минувших выходных в заказнике Пазарым. Это Таштыбский район и одна из границ как раз с соседней республикой. В избе инспекторы заповедника нашли фрагменты туши кабарги, шкуру лисицы и оружие. Охотничье ружье, патроны, ножи и стальные петли для охоты на животных. Обнаружили инспекторы и маршрут, по которому охотились браконьеры. Там нашли еще одну тушу кабарги с вырезанной челюстью и мускусной железой. Теперь нарушители возместят от ущерб 150 тысяч рублей, и на них следователи завели уголовное дело. С каждым месяцем камеры на дорогах собирают все больше штрафов. Минтранс опубликовал новую статистику. На 48 миллионов рублей пополнили республиканский бюджет водители. Это штрафы, зафиксированные комплексами «Арена». Стоят они обычно на районных трассах. А данные за 11 месяцев этого года. В прошлом водители нарушали правила чуть меньше, на 45 миллионов. В Абакане пополняют казну и стационарные камеры «Ураган». Они на перекрестках Щетинкина, Пушкина и Дружбы народов Торосова. Эта аппаратура фиксирует не только превышение скорости, но и въезд за стоп-линию, проезд на красный, пересечение сплошной. Ураганы за 11 месяцев насобирали 11 миллионов рублей. В прошлом было на 9 миллионов. Камеры могут вам стать не только неоспоримым обвинителем, но и свидетелем. Если вам, к примеру, не посчастливилось ступить на гололед и получить травму. У медиков пока очередей длинных нет, но сезон скользких тротуаров можно считать открытым. Но Табына сегодня проверила, насколько безопасны наши улицы. Выйдя с работы, не каждого из нас ждет теплый автомобиль. Многим приходится добираться до дома либо пешком, либо на автобусе, но до остановки тоже нужно дойти. Сегодня мы проверим, насколько безопасен путь пешехода, а пойдем мы до автовокзала. Это улица Щетинкина, и первое, на что я наткнулась, это на подсыпку. Вот сами лесенки и пешеходные переходы, они подсыпаны, поэтому абсолютно безопасны, если смотреть под ноги. Что касается тротуара, то здесь он расчищен, нет никакой наледи. Идти здесь очень комфортно, в общем, никаких неудобств, все хорошо. Сейчас на перекрестке мы сменим маршрут и попробуем пройтись не по центральным улицам, потому что, ну, как правило, им уделяется больше внимания, а попробуем пройти по двору и посмотреть, каково там шагать. Наш зеленый Айда. Итак, мы в одном из дворов Абакана. Что хочу сказать. Вот с краю, около подъездов, есть подсыпка. Ну, или была, в общем, ее остатки есть. Посередине машины накатали, и как бы вполне можно при желании упасть. Но это не говорит о том, что все дворы Абакана именно такие, потому что, как рассказала утром коллега моя на планерке, сегодня у нее на глазах возле подъезда женщина подскользнулась и сильно упала. Поэтому вот дворам нужно особое внимание уделять коммунальщикам. Ну и дальше идем до автовокзала. По пути зайдем на одну из остановок, посмотрим, скользко здесь или нет. Но платформа чистая, а вот там, где подъезжает маршрутка, там, конечно, накатано и хорошо накатано. Когда-то была, наверное, подсыпка. В общем, если автобус остановится чуть дальше от платформы, то есть вероятность упасть. На заметку. Очень приятно, что пешеходные переходы, вот все подсыпаны, еще ни одного не подсыпанного я не встретила. Вот мы и добрались почти до автовокзала. Резюмируя все наше путешествие, скажу, что критической ситуации в городе нет. По центральным улицам ходить безопасно. Во дворе возле подъездов
тоже подсыпано. Внутри двора, конечно, есть такие места, где можно подскользнуться. Но хочу отметить, что тут погода сыграла на руку, потому что сейчас потеплело, но еще не подморозило. А вот вечером будьте, конечно, аккуратнее. Ну и нотабена будет обязательно следить за безопасностью в нашем городе. Мы на месте, мы живы, мы здоровы. В следующем году в России бюджет будет выплачивать дополнительное пособие на первого ребенка. На кого оно рассчитано и заработает ли, спросят ведущий по скриптуму своего гостя. Екатерина, кто к вам сегодня придет и о чем еще вы поговорите? Лера, к нам сегодня придет заместитель управляющего пенсионного фонда Хакасии Любовь Чернова. И речь пойдет не только, информация будет интересна не только для тех, кто готовится стать родителями впервые, но и для тех, кто второго ребенка планирует, потому что мы будем говорить в том числе и о материнском капитале, каким он будет в 2018 году, как изменится. Пенсионерам, конечно, тоже будет интересно послушать, потому что о пенсиях мы тоже будем говорить, в частности, о размере индексации и о том, когда она пройдет в 2018. То есть программа практически для всех. Спасибо, я уверена, будет интересно. По скриптум сразу после нотабена. А сейчас 5 коротких новостей. В Хакасии День воинской славы отмечают 4128 ветеранов и тружеников тыла, пишет Пенсионный фонд Республики. Напомним, 5 декабря 1941 года советская армия перешла в контрнаступление. Это поворотный момент Великой Отечественной войны. Наталья Малышева вышла в финал Кубка России по вольной борьбе. Для этого она победила двух американок. В финале Малышева встретится со спортсменкой из Монголии. Красноярцы сняли на видео волков в поселке Удачное. Это рядом со столицей края. Видео показала телекомпания ТВК. Специалисты из зоопарка Роев Ручей не исключают, что это могли быть собаки породы Маламут или Аляска. Рост цен на игрушки превысил инфляцию в 4 раза, пишут «Известия». Глава Национальной торговой ассоциации считает, это потому, что игрушки стали качественнее. В Лондоне ветеринар по имени Джейд создала движение помощи собакам бездомных людей, сообщает BBC. По словам женщины, бродяги сами не едят, а собак своих кормят. Вот только на медицину денег у них нет. Женщина и другие добровольцы лечат собак-бомжей бесплатно. Новый год уже настает, чудо нас под елкой ждет. Желание ты загадай поскорей, и не забудь про родных и друзей. Удача пускай постучит вам в окно, надежным и крепким пусть будет оно. Компания «Артек». С Новым годом, человек! Золоторудная компания «Грейн Стар» приглашает на сезонную работу 7 месяцев в Иркутскую область, город Бодайбо, горных мастеров, механиков, машинистов-экскаваторов электрических и гидравлических, машинистов бульдозера и других специалистов. Заработная плата высокая, соцпакет. Все думают, что кредит – это сложно, а у нас все просто 9. Ставка всего 9%. И оформить проще простого. Азиатско-Тихоокеанский банк. Разберется даже взрослый. Только 5 и 6 декабря в магазине «Диадема» распродажа пятигорских шуб, кожи и дубленок. Большой выбор меха и возможность оформления в кредит. Рассрочка на год без переплаты. Принеси старую шубу и получи скидку до 10 тысяч на новую. Саиногорска, 10-1З. Mitsubishi Pajero Sport с уникальной системой полного привода Super Select 2 и новым дизельным двигателем – это самое комфортное приключение, которое вас ждет. 5 лет гарантии при покупке. Mitsubishi. Надежно. Дайте максимум шума! Мишаков и Давыдов набирают себе команды, чтобы выяснить, чей шар самый меткий. В первом сибирском турнире по боулингу «Шар мне в кегли». Слушай «6 утра», звони в эфир, пройди отбор и попади в команду твоего ведущего. А вы уверены, что рекламное агентство, с которым вы работаете, дает вам максимум? Возможно, вы не получаете юридические консультации по вопросам рекламы или заказываете ролики у третьих лиц. Доверьте развитие вашего бизнеса единой рекламной службе Юг Сибири и получите настоящий гипермаркет рекламных возможностей. Индивидуальный подход и высокий сервис. Попробуйте уже сейчас.
Заниматься физкультурой можно в любом возрасте. Я чувствую себя бодрым и здоровым. Всегда ведите активный образ жизни. Моя норма – 40 минут физической нагрузки даже в выходной день. Чаще бывайте на свежем воздухе. Гуляйте. Быть здоровым – значит жить активно. Быть здоровым – значит радовать близких. Быть здоровым – это круто. Быть здоровым – жить счастливо. Продолжаем. В Абакане прошел рейд дорожной полиции. С декабря сотрудники госавтоинспекции имеют право наказывать автолюбителей за то, что на их машинах нет верной информации. Пока рейды абаканских инспекторов больше похожи на акцию. Останавливают, если машина обута в шипованную резину, выдают знак и объясняют, но не штрафуют. Говорят, что через неделю это закончится, и тогда тем, кто на шипах, но без знака, а таких, как сообщает ГИБДД, около 40%, придется платить 500 рублей. Столько же заплатят те, кто зимой ездит на летней резине. Как говорят инспекторы, летние посчитают и шипованную резину, если шипы полностью стерлись. Знак не нужен, когда машина обута в липучку. А сейчас немного новогоднего настроения. Советую прокатиться вечером по проспекту Дружбы народов в Абакане и оценить новую новогоднюю иллюминацию. Абаканская служба благоустройства украсила деревья. В этом году нарядили около 30 в границах улиц Кати Перекрещенко и Крылова. Гирлянды светодиодные включаются вместе с городским освещением, так же, как и вся иллюминация в городе. В следующем году мэрия планирует украсить деревья на проспекте до улицы Торосова. Появились традиционные гирлянды и на Ленина. Эти фонарики менять абаканская администрация не будет, ведь советский декор – отличная возможность поностальгировать по старым временам. Ярче стало и на Театральной площади, еле украсили дополнительными лампочками. К концу недели засияет деревья в парке Победы. Светодиодные гирлянды оденут 32 голубых ели. Гореть они, скорее всего, будут круглосуточно. И еще о новогоднем настроении. Мы проводим конкурс фотографий собак в нарядных костюмах. Взрослые собаки или совсем маленькие щеночки, аристократы голубых кровей или обычные дворняги, хвостатые любых пород и мастей. Участвовать могут все. Главное, чтобы костюмчик сидел. Правила просты. Наряжайте своего питомца в новогодний костюм и загружайте фото в специальный альбом во ВКонтакте и Одноклассниках. Приветствуется оригинальный собачий наряд, сделанный своими руками. С 22 декабря собирайте лайки и классы. Пятерка самых залайканных псов пройдет в следующий этап конкурса «Смотрины». В финале экспертами станут сотрудники Нотабена. В фотографиях мы разбираемся. Не забывайте, на фото должно быть реальное животное. Размещать можно только одну работу от каждого участника. Имя победителей назовем 29 декабря в программе Нотабена. Жители американского штата Орегон засняли на видео редкое атмосферное явление – второе солнце на небе, пишут «Известия». Ученые объясняют, что возникает такая иллюзия из-за ледяных кристаллов. Они скапливаются в воздухе и отражают свет от солнца. А в некоторых городах Юга Сибири завтра пройдет снег. Подробности расскажу через минуту. Кто праздник ждет, к тому придет он. ХТК. До Нового года осталось 26 дней. Чтобы всегда в тепле зимою быть, товары из Монголии стоит вам купить. Ждем вас. 403 километр автодороги Енисей М54 перед Форд-центром. Главная годовая распродажа мебели уже началась. Большой ассортимент, гигантские скидки, приятные бонусы, отличные подарки и другие новогодние сюрпризы. Таких вкусных условий еще не было. Мебельный центр «Премьер», Абакан, Шевченко, 86. Добавьте вкуса в рабочие будни. Попробуйте изысканный бизнес-ланч в ресторане «Марокко» на Кати Перекрещенко, 18В. «Марокко» – место самых важных встреч. В Красноярске начался конкурс на самую красивую новогоднюю витрину. Жюри оценит идею, оформление и свет. Призы для бизнесменов хорошие. За первое место 120 тысяч, 90 за второе и 60 за третье. Настроение в городах Юга Сибири уже праздничное, а погода теплая. В Саяногорске минус 1 днем, ночью снег и 4 мороза. Снежно ночью будет и в Минусинске при 11 мороза. Днем облачно минус 4. В столице края минус 7. Снег будет днем. В остальных городах сухо.
сухо, в Абазе минус 5, минус 10, в Кызыле холоднее всего до минус 24 ночью и 16 мороза днем. О погоде в Абакане и Черногорске расскажу после информации от генерального спонсора прогноза, это Банк Восточный. Банк Восточный – выдающееся предложение для тех, кто исполняет новогодние мечты. 8 800 100 ровно 7100. Скоро Новый год. Пора дарить радость любимым. Приходите 6 декабря. Платеж по кредиту 30 рублей в день и все. Исполняйте желания с Банком Восточный. Новогодние елки появляются в абаканских районах. Семиметровое дерево рабочие установили на Полярке в 4-м микрорайоне. Возле гимназии елка выше 12 метров. Еще будут горки. Появятся новогодние городки в других районах. Заречный, Гавань, Юго-Западный. Погода для зимних развлечений в столице Хакасии подходящая. В Абакане и Черногорске в среду облачно, минус 4, ночью минус 9 и снег. Давление повышенное. Ветра синоптики не прогнозируют. Спонсор прогноза погоды – муниципальный жилищный фонд города Абакана. Каждый штрих, линия, как начало новой жизни в новом доме, предвкушая радость, любовь, детский смех. Муниципальный жилищный фонд города Абакана строит для вас квартиры в центре города. Новый объект Кирова 120А. Начало продаж квартир 4 декабря. Узнавайте подробности по телефону 28 54 09. Увидели что-то интересное и необычное? Поделитесь со всем югом Сибири. Звоните по телефону редакции 222 700 и становитесь героями новостей. На этом у меня все. Далее встречайте Михаила Валова и Екатерину Чернышову. Напомню, сегодня у них в гостях представитель пенсионного фонда.